Всем привет! С вами Артур, и сегодня я хочу вам рассказать про свой новый измерительный инструмент, как он сделан и как им работать. Вот про этот. Инструмент на основе простого строительного лазерного нивелира. Итак, практически вся конструкция сделана из профиля 20 на 20. Это стойка, на чем все будет держаться. И сам механизм, который будет двигаться вверх-вниз. У него ставится нивелир. Итак, примерно вот так вот будет это все работать. Все это сделал. И теперь пример вот на этой машине. Итак, устанавливаю и регулирую нивелир по точкам, которые не повреждены. В данном случае по низу стоек, вот здесь, и также с другой стороны. Ну и проверяем все точки параллельные, симметричные на машине. Вот примерно вот тут и вот здесь вот, то есть по фарам, по всем чему можно. Итак, друзья, на сегодня все. Делайте, пользуйтесь, подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока.